Я еду в ковидный госпиталь. Вот недавно устроился. Сказали, что не хватает персонала. Ну и как бы я решил помочь. Маска, респиратор, очки обязательно и, собственно, весь костюм. Сейчас я уже то ли привык уже к этому. Я работаю в отделении реанимации. Там сами пациенты достаточно тяжелые. Каждый раз нужно за ними присматривать, смотреть, как они там, стараясь ничего не упускать. В реанимации лежат пожилые, тем, кому уже 70 и выше. И как бы самый тяжелый случай был это переход на инвазивный ИВЛ, то есть человек уже сам дышать не может. Я понимаю то, что это чьи-то родители, чьи-то бабушки, дедушки. Как бы тоже становится жалко. Мне кажется, без вот этой пандемии, без коронавируса, они бы смогли еще прожить, ну, подольше. График у меня плотный, 6 через 12 часов. Тяжело, но работаю, в принципе, возможно работать. Умирали? Был один случай. Я видел этого пациента, я ухаживал за этим пациентом. Многие же врачи сталкиваются со смертью. И как бы воспринимать, если это каждый раз, то это могут быть проблемы с сердцем. Это стресс для самого человека, то, что другой человек умер, и ты как бы не смог его спасти. Что сделаешь? Ну вот так как-то.